И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем в игру под названием Hello Neighbor Alpha 4. И сегодня мы, как всегда, будем играть, точнее, как сегодня. Это все снималось в один день, но выложится это все не в один день. Поэтому я вам просто покажу, опять же, этот баг, который и был. Баг с ружьем. Мы с ним полетаем опять. Вот так вот залетим сюда, разобьем окно, запрыгнем в окно. И будем здесь гулять. Я уже здесь все подготовил. Так, здесь камера где-то была. Вот ты, Питер. Как ты меня поймал-то? Странно даже как-то. Поймал сразу. Очень странно. Вот, мы опять взлетаем. Ну, не долетаем, пожалуйста. Я думал, долечу. Ну, пожалуйста, ну сработай. Бак, во, все нормально. Нет, ненормально. Ой-ой-ой. Ой, я на своем доме. Круто. Проиграл. Опа, давай. Ай-яй-яй. Свалился. Так, давай. Опа. Идеально, смотрите-ка. Летаю как. На ружье. Только я так умею, никто больше так не умеет. Никто не умеет. А если вы своровали мою идею, то это нарушение авторских прав, потому что это я придумал, как это все работает вообще. Так что идите в жопу. Это все мое. Тебе меня не... А я могу разбивать твои окна и так. Спорим? Давай. 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 Ладно, я просто дальше буду летать. Нет. Опа, давай. Полетели. Опа, даже, смотрите, он это, клей этот кинул в меня. И он в меня не попал. Так, ой-ой. Извините, не смог. В первый раз было лучше, конечно же. Я сразу запрыгнул в окно, и меня сразу спалили. Ну, ладно. Смотрите, даже в земле пропадают эти треугольники. Так, это я уже где? На его двери уже. Ай-яй-яй. Давай же, опа. А, молодец я. Давай. Опа, соседушка, ну что ты? Ты дебил, а я крутой. Да, меня как-то убило, ну ладно. Это, видимо, границы меня убили. Границы карты, ребят. Продолжаем. Так. Я даже до мельницы я хочу допрыгнуть. Опять как в том видеоролике, где меня залагала игра. Блин. Ну блин. Ну что ж такое? Это такой баг крутой. Почему он не прыгает правильно, как я хочу? Это как с ведром. Хоть ведро еще не работает. Ну ладно. О! Охренительно. Я там что-то видел, но это не точно. Показалось, я там что-то видел. Давай. Ну! Я почти на крыше, почти! Заметите, почти. Да, я опять здесь. Пробежали. Там какой-то город есть. Не, я не совсем дурак. Ладно. Давай. Блин, да что ж такое? Давай. Да серьезно, вы что, издеваетесь надо мной? Давай. Ну! Не повезло. Вот. Я вот могу хоть целый час так делать, и я, вот пока я не допрыгну до мельницы, я... Вот, я не знаю, я... Кстати, мельница, она находится там, кто не видел. Вот мельница, вот весь дом соседушки, кто не заметил, кто не видел, кто его хотел увидеть. Просто я очень, наверное, так сразу показываю. Вот весь дом... соседушки, можно его осмотреть, посмотреть, здесь у него что-то недостроено. В общем, если хотите, вы можете посмотреть. Но мы продолжаем. Так,
В общем, я вам сейчас научу, как это делать. Ой, я даже, смотрите, прыгнул. В общем, берите ружье, ставите так, чтобы у вас не могла двигаться, то есть ваш персонаж не двигался. Ну, можно, чтобы он медленно двигался. Но если так делать, нормально. И прыгайте. Прыгайте и двигайтесь в разные стороны. Ну, лучше вперед, потому что вперед вы прыгнете вперед. Понимаете? О чем я говорю? Нет. Ну, то есть вы как-то телепортироваться сможете. Во. То есть, смотрите, берете, прыгаете и под себя кидаете какие-то штуки. И вы, получится, что вы взлетите. Это так же было с ключом. Ключ от дома в Альфе 2. Точно. Нет, неужели мне не получится так сделать? Давай. Ну! Нет. Давай. О! Меня спалила камера, но похуй. Так, просмотрим им. Нифига нету. Здесь тоже нифига нету. Сюда посмотрим. Тоже нифига нет. Там тоже нифига нет. Тогда вопрос. Камера. Короче, починилась? А, нет, просто этот пидор их починил. Долбоёб. Я от тебя прыгнул. Отпрыгнул от тебя. Давай, ну. А, не получилось, ладно. Так. Давай. Нет. Ну, конечно же, не подпрыгнет. Давай, летай. Так. Тут тоже, кстати, ребят, пустая земля какая-то у дома есть. Так. А чё, он добежит до меня? Не, нифига. Добежит. А я вот добью до тебя. Потому что ты пидор. Пидор, прыгай, давай, прыгай. Ты пидор, ты понимаешь, ты пидор? С фонариком тут бегает, думает умный. Прыгай. Или, не знаю, исчезни. Исчезни. Отвечайте, исчезни. О, он сюда попал. Охренеть. Исчезни. Давай. Ты уже не на своей территории, ты в курсе? Ты уже не можешь никуда, ни туда, ни сюда идти. Следушка, ты лох. Ты не на своей территории, так что... Все, ты не сможешь ничего сделать, ты не сможешь обратно идти. Он меня поймал? Как? Ну, пох. Ладно, давай теперь опять сделаем такую же хрень с нашим соседушкой. Соседушка... Эй, сосед. Пидор. Ты пидор. Слышал? Слышал свежие новости, сосед, ты пидор. Давай. Ты уже не на своей территории, чел. В курсе. Ты не в курсе. Не туда иди, оттуда иди. Нифига ты быстрый. Нифига ты крутой думаешь. Уходи. Нифига он телепортируется. Не, ну он просто отпрыгивает. Только не в мою сторону отпрыгивай, окей? О, уходи. 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 Да не туда.
Соседушка, ты куда улетел? А, ебать ты лох. Все! Ты не на своей территории, все, ты ничего не сможешь сделать. И вот так мы сломали соседа. Который теперь точно сломался. Нет, он возвращается домой. Не знаю как, не знаю зачем, но он идет домой. Сосед, ты пидор. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пидор, иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай сюда. Давай, 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 давай. Да ты ничего не сможешь делать, давай. Так, главное, чтобы под него попали вот эти вот треугольники. Так он начнет телепортироваться. Давай, 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 давай. Давай, почти, почти. Почти, нет, нет! Почти меня поймал. Давай, 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 давай. Да блин, да почему ты не телепортируешься, пидор? Иди сюда. Ты иди сюда. Давай, 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 давай. Почти. Нифига ты быстрый. Уходи. Уходи. Уходи в другую сторону. Ты пидор, ты понимаешь, ты пидор. Пидор, когда пидор. Уходи отсюда, уходи. Ты взлетать-то будешь, чел? Улетай отсюда, улетай нафиг. Улетай в жопу нафиг. Все, ты не на своей территории, все. Я до тебя даже дострелить что-то не могу. Нифига! Как ты сюда попал? Надеюсь, ты домой не пойдешь. Ну, а домой? Сосед? Ты же домой пойдешь? Ребят, мы сломали соседа. Соседушка? Сосед? Эй, друг? Что, сломался? Братан, тебе нельзя туда. Тебе нельзя туда. Нифига ты. Нифига ты! Ни хрена ты какой! Ни хрена. Да ну тебе нафиг. С тобой неинтересно. Я думал, ты улетишь там за карту уже, да, далеко-далеко. Тогда бы мне было интереснее играть. Улети до мельницы и не возвращайся оттуда, окей? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста, давай. Ты же можешь, давай. Соседушка, ты чё? Давай в жопу отсюда. Зря я сказал то, что чтоб он шел в жопу. Но наш соседушка далеко улетел. Вот он, кстати. Далеко он улетел. Очень далеко. Мы его закинули там. Ну. Да, мы далеко. Слишком его далеко закинули. Серьезно, ребят, мы закинули соседушку. И того весь дом теперь наш. Да. Таким делом. В общем, в следующей части встретимся. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Лумпас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.